Здравствуйте, дорогие друзья. Хочу вам приветствовать человека, который не нуждается в представлении, Романа Фомина. Роман Фомин, добрый вечер. Добрый. Мы сегодня и сейчас находимся во внутреннем дворике Академии Груминга Милорд, где, пользуясь шикарной погодой, мы проводим курс повышения квалификации. Роман проводит курс повышения квалификации, я, соответственно, беру у него интервью, пользуясь случаем. Вот. Поэтому, Роман, у нас серия интервью, мы обычно берем это у знаменитых грумеров, у нас знаменитый грумер, и хочется задать традиционный вопрос. Как вы пришли к этому делу, как вы начали заниматься грумингом? Потому что наш канал, наши видео смотрят в основном начинающие грумеры, и они должны верить в себя, в будущее. Расскажите про себя вообще. Ну, стоит, наверное, начать с того, что я уверен абсолютно, что я в груминге оказался не случайно, а судьбоносно. Но сам факт того, что я попал и как я попал туда, это, конечно, с появлением первой собаки в доме. А вот она у нас оказалась удивительным образом. 31 января мой отец пошел покупать гуся. 31 декабря, извините, к Новому году. И так как он очень творческий человек и, в общем-то, такой нереализованный художник, в тот момент он очень увлечен был коричневым цветом. Окрасив все стены в доме, все полы и купив очень много коричневой мебели, он не смог на рынке, на птичьем, зимой пройти мимо коричневого пуделя. Но в моем городе, в том, в котором я родился, в городе Рязани, в 90-е годы, к сожалению, подростки не мечтали о пуделях, они мечтали об овчарках, резеншнауцерах, в общем, таких больших собаках, крупных и серьезных. Поэтому, когда отец сказал, что он купил собаку, естественно, вопрос, ну, наверное, я представлял себе как раз немецкую овчарку с огромным количеством медалей, как я буду гордым подростком 13-летним идти с ней по улицам города. И когда мы получили ответ пудель, честно сказать, вся семья была в шоке, то есть мы никак не ожидали. Ну а дальше что? Дальше, наверное, я был тем самым подростком, который уделил огромное количество внимания этой собаке. Я безумно в него влюбился, я гулял с ним, я проводил с ним все свободное время. И так как я в тот момент учился в художественной школе и также был реализовывался изначально как художник, в этом как раз, в груминге, я и нашел выход своего, реализовался как художник и нашел выход своему творчеству. Даже еще более неожиданным для меня было то событие, что впоследствии я также реализовался и как педагог. Что вы посоветуете начинающим грумерам? Какое напутствие можете дать людям, которые мечтают стать грумером? Я думаю, что самое основное, наверное, найти своего учителя. Человека, который сможет не просто показать, как это делается, а также грамотно обучить. Потому что сейчас на рынке представлено огромное количество учебных программ. И порой очень довольно сложно в этом разобраться. Вот поэтому я, наверное, желаю, ну, основной совет, конечно, учиться у лучших. Учиться у победителей, учиться у грумеров с именами. И найти правильно, сделать правильный выбор, выбрать правильное учебное заведение. Вот, наверное, вот мой совет такой будет, как педагога. А важно ли участвовать в различных конкурсах груминга? Мне кажется, что каждый грумер, неплохо было бы проверить свои силы, потому что конкурсы грумеров – это спорт, это адреналин, это такое мощное событие, проверка себя, в общем-то, на прочность, на дисциплину в большей степени, ну, как в любом, наверное, спорте, соревнования с самим собой. Но мне кажется, что грумеры вот на стартовом пути еще не готовы к участию в конкурсах. Я думаю, что нужно сначала как следует поднабраться практики, поработать, и как только почувствуешь в себе силы, обязательно каждому из грумеров рекомендую попытать счастье в подобном соревновании. Какие у вас планы на ближайшее будущее? Ну, я на самом деле очень близок к реализации своей мечты. А в ближайшем будущем, этой осенью, появится груминг-центр Романа Фомина. Я очень долго шел к этому событию. Также с компанией Милорд у нас есть необыкновенный проект на сентябрь. Наверное, первый проект такого масштабного формата, мощного, где мы действительно хотим создать трехдневное мероприятие, трехдневный фестиваль, где не только грумеры, но и просто посетители могут углубиться в атмосферу груминга и в атмосферу профессионального груминга. Да не только, это будет интересное очень шоу. Я думаю, для каждого, не только для профессионалов. Роман здесь раскрыл небольшую тайну. Для кого-то, правда, это не была уже не тайна, что регулярно и каждый год на выставке «Паркзоу» мы проводим фестиваль грумеров. Это интересная программа, не на конкурсной основе, а шоу. Семинары, мастер-классы, интересная программа. В этом году я рад, что будет Роман с нами, он будет ведущий, будет лицом этого нашего мероприятия. Поэтому увидимся там.
Роман? Ну, стоит, наверное, сказать, что на самом деле это не единственный наш план, и на фестивале далеко не все закрыто, только все начинается, а вовсе не заканчивается. Так что следите за новостями, я думаю, мы сможем удивить вас рядом очень интересных совместных проектов.